Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня поговорим про самое дешевое предложение на аукционе домов. Буквально появилось пару дней назад. Вот такой вот домишко. Причем, похоже, к нему же еще относится этот гаражик. Весь лот. Очень смутное описание на сайте. Располагается на севере на 14-й авеню в Омаха. Вот такое вот расположение соседних окрестных домов. Вот. То есть нельзя сказать, что прям полная здесь нищета. Но живут, смотрю, там белая семья живет рядышком. Я списался с агентом, он сказал, что могу ходить вокруг и все снимать, все фотографировать. Но, к сожалению, внутрь зайти нельзя, потому что дом находится в аварийном состоянии. Висит вот такой вот варнинг снаружи. Был в доме пожар, вот. И висит вот такой вот варнинг здесь. Что-то внутри у нас. Ну, да, внутри там, конечно, попробуем показать. Как-то так внутри. Вот. То есть, понятное дело, что потребуется делать какие-то ремонтные работы. Лот участка достаточно большой. Если посмотреть. Так, ну у меня есть замечательная палка. Снималка. Поэтому сейчас вот это все относится к этому участку. Да. Все относится к этому участку. Воспользуюсь-ка я своим замечательным. Загляну вовнутрь, что там. Так. Вот это у нас там находится внутри. Закреплю-ка я получше свой мега супер девайс. Еще разочек. Вот так у нас там внутри. Вот. Соответственно. Так. Попробуем обойти еще с этой стороны. Нет, там вот так вот все. Вот. Задняя дверь. Что-то здесь еще было из постройки, ну, видимо, разрушено. Похоже на 6 соток. Похоже на 6 соток. В соседнем доме, видимо, проживают дети. Много игрушек. Кухню нужно устанавливать, проломленная дырка в потолке, это ты вижу, смотрю. То есть, короче, дом, наверное, проще будет полностью сломать, чем восстанавливать. Хотя, опять же, зависит от расходов на стройматериалы. Вот. Как-то вот так. Как вариант, это покупка вот этого участка, чтобы на нем установить замечательный новенький Mobile Home. Вот, в принципе говоря. Крыша, видимо, тоже получилась при повреждении, там дырки в ней. В этой самой крыше. Да. То есть какие-то предстоят ремонтные работы. Ай. Вот. Danger и closet. Вот. По всей видимости, присутствует basement. Вот. Но туда прохода нету, да. Присутствует еще basement. Вот. Что я здесь не обнаружил? Я здесь не обнаружил кондиционера внешнего. Да, по-моему, его здесь снаружи нету. Что-то я его здесь не нашел.
Может быть, он здесь и был, но его здесь сейчас нету. Отлично. Сейчас с этой стороны посмотрим. Вот. Ну, значит, вот таким вот образом у нас есть дом. Осталось только сделать фотографии с разных ракурсов и посмотреть, почем он попытается будет продаваться на аукционе, почем он идет. Стартовая цена $100 вот за этот домик. А оценочная цена у него была $54 000.